Блокчейн-приложение было представлено на мероприятии «Биткоин и блокчейн» в Афинах. Джордж Зеофилис, соучредитель Thenafia, заявил, что приложение предназначено для использования страховыми компаниями. На ранней стадии оно соединит внутренний интерфейс страховых компаний со страховыми агентами на расстоянии. В интервью Coin Idol Джордж Зеофилис сказал: «Мы намерены создать безопасную сеть для обмена информацией страховых компаний с их клиентами».